Чебоксарах впервые прошел финал 8 женской суперлиги Ассоциации студенческого баскетбола России. За трофей боролись 8 команд. На одной из игр побывала наша съемочная группа. На паркете только девушки. ЧГУ «Атланта» и ИГХТУ из Иваново. Страсти кипят с первых минут игры. Зрелищные перехваты, смелые передачи и точные броски держат зрителей в постоянном напряжении. В первой четверти агрессивная атака и не менее жесткая защита гостей просто не позволила «Атланте» чувствовать себя как дома. Хотя опасных моментов возле кольца соперников наши спортсменки создали немало. К первому перерыву ивановские девушки обеспечили себе отрыв в 5 очков. Ну, мы ждали немножко не такую игру, думали, чуть полегче начнем, но пока сказывается волнение. Мы настроены только победить, что, ну, не получается пока что-то, но мы сейчас соберемся и покажем свою игру. Баскетбол – лучшая игра с мячом, как говорится. Не знаю, просто это красиво, это мое, это... В перерыве игры тренер указывает на ошибки и делает корректировки в тактике. С командой мы с этой играли 2 предыдущих раза. Команда опытная, уже были чемпионами АСП когда-то. Сейчас за счет атмосферы, которая создалась на трибунах, девчонки немножко мандражируют. Поэтому такая неуверенная игра в первых двух четвертях. Но я думаю, сейчас мы раскачаемся и все будет нормально. После большого перерыва ивановцы не остановились и только наращивали преимущество. Но за 3 минуты до конца игры ЧГУ «Атланте» удалось сравнять счет. Удачу принесли трехочковые броски. Но чтобы опередить соперников, нужно было чудо, которое не случилось. В упорном противостоянии победу одержала команда ИГХТУ со счетом 46-51. Мы не сдались. Ну, первые игры у нас сложились неудачно. Мы проигрывали 20 очков, что первую, что и вторую. Сегодня сразиться на равных было, ну, было уже как бы такое отлично для нас, а выиграть — это вдвойне для нас плюс. Победа в этом матче принесла команде из Иваново и победу во всей суперлиге. Второе место завоевали баскетболистки из Краснодара, третье у Уфы. Наши заняли 6-е место. Рифат Фаткуллин, Атнер Корсаков, Республика.